друзья, подписчики, всем огромный привет. В общем, у меня опять экстренный выпуск по поводу анбоксинга. Такая посылка. Вот адрес, откуда она пришла. Требуется подпись. Но у меня дома не было, Катерина за меня расписалась. А она пришла уже несколько дней назад, я просто работал. Некогда было заняться, открыть ее, посмотреть, а тем более записать видео. Вот смотрим, что ничего не повреждено. Показываю вам качество упаковки. Приступаем к вскрытию. Покупка это по тематике инвестиций. Я уже давно ими не занимался, я им горел, потому что полностью разочаровался как бы в этой теме. Но мне просто писали в комментах, вот, что надо инвестировать больше не в современные монеты, а в старые. Типа старые монеты больше не производят, поэтому они растут в цене. Короче, посмотрим, что за монета. Конечно, стрёмно такие дорогие покупать себе, но хрен с ним, как бы посмотрим. Заодно и для вас будет эксперимент. Вернее, ну как, заодно и вы посмотрите. Потому что до этого были эксперименты как удачные, так и неудачные. Я вам говорил, что одну монету два раза менял и в итоге вернул за нее деньги. Потому что все время присылали бракованную. Короче, там больше ничего нету. Сейчас вот смотрите. 1898 год. Оценка света. Do you remember coins like this? It's American. Oh, wow. I think I've seen them before. Is it a dollar? Yeah, $20. Wow, crazy. Well, that reminds me, I bought a lottery ticket today, $5. Yeah. В общем, Катерина говорит, она помнит такие монеты. Ну, похожие. С ее детства, но... Я не уверен, конечно, что они тогда были еще в обращении, но мало ли. Может быть, похожие были какие-то такие. Вот, может, доллары какие-то выпускали юбилейные, не знаю. В общем, ну как, по-моему, состояние неплохое. Хрен его знает, подорожает она или нет. В общем, смотрите сами. Да, оставать ее не вижу смысла, она в этом пакетике заклеена. В общем, раз ее заклеили, то значит так она и должна быть. Понятное дело, что как бы это золото, ну с какой оно пробы, хрен его знает. Вот очень, конечно, тяжелая, такая большая. Немного грязная, вот это в чем-то черном, ее бы почистить. Состояние так себе, не супер-пупер, ну по крайней мере она не убитая. Вот. Совершенно такие дела. Пишите, что думаете, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.